И последнее. В Нерюнгре провели вокальные и танцевальные конкурсы. В нем приняли участие дети в возрасте от 11 до 14 лет. Сегодня авторы лучших работ на одной сцене с юными звездами проекта «Поколение М» устроили грандиозное шоу. С первых же минут оно заворожило зал фееричными танцевальными номерами и выступлением звездных детей. Все собранные от концерта деньги пойдут на благотворительность. За каждый лайк, за каждый репост, за каждый выложенный материал, работу начисляются баллы, и баллы потом конвертируются в рубли, и в конце года МТС перечисляет эти деньги в благотворительные фонды, которые идут на лечение тяжело больных детей. Уже благодаря этому фонду мы смогли вылечить 40 детей, в том числе троих из Якутии.